Больше 5000 участников из 45 стран мира и почти 80 субъектов России сегодня принимают участие в 15-м IT-форуме в Ханты-Мансийске. На нем обсуждаются цифровые технологии в госуправлении, искусственный интеллект, умные города и международное сотрудничество. Вопрос, которому уделяют особое внимание – цифровая безопасность детей. На эту тему запланирован ряд мастер-классов для подростков и родителей. Это действительно очень важно. Наша платформа, государственная информационная платформа ГИС-образования Югры, является наиболее безопасной. Мы являемся победителями конкурса ProfIT, в том числе и на соответствие требованиям безопасности образовательной среды. Актуальный вопрос – развитие искусственного интеллекта, его применение в разных сферах жизни. Правительство Югры сегодня использует нейропомощников. Протоколы ИИ помогают работе главы округа и его заместителей. Проект предлагают расширить и на глав департаментов. Также искусственный интеллект активно применяют в нефтегазодобывающем секторе, лесозаготовке, медицине и в муниципальном управлении. Все то, что касается, в целом, такого помощника управленцу, большей частью, конечно, это сервисы, которые сегодня помогают сократить время, помогают где-то заменить все то, что касается рутинной работы. Я уверен, что с каждым годом искусственный интеллект будет преобладать в нашей операционной деятельности все то, что необходимо для все-таки сокращения временных затрат. Но это всегда такая полемика, и все дискуссии заканчиваются на том, что все-таки человека искусственный интеллект не заменит. По поручению президента России сегодня идет подготовка к созданию нового национального проекта «Экономика данных». Его цель – формирование цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики, в том числе и социальной сфере. Вы видите, технологии развиваются, и если раньше задача была все оцифровать, цифровизировать, да, перевести в электронный вид, то теперь мы понимаем, что этих данных становится много, и эти данные помогают управлять той или иной отраслью. Данные помогают, в принципе, принимать грамотные управленческие решения. Абсолютно правильное направление, правильный тренд, и государство понимает эффект от экономики данных, и, собственно, именно поэтому об этом заявлено президентом. На форуме также обсудят подготовку IT-специалистов и международное сотрудничество. Планируется подписание более 20 партнерских документов между правительственными и бизнес-структурами с учреждениями образования. Отмечу, что форум проводится при поддержке Лукойла в рамках соглашения с правительством Югры. Артем Томильцев при содействии коллег из Ханты-Мансийска. События.